Похоже, дела у повстанцев совсем плохи. Их слишком много. Да? Я думаю, лучше подобраться с другой стороны. Лучше обойти этих ребят. Извини, ты что, собираешься взорвать эту гранату? Так точно. Думаю, зайти с той стороны и дать им прикурить. А с ним что прикажешь делать? Это твоя забота, милый. Разберись с этим парнем. Только без шума. Без шума? Да. Может, не стоит? Поиграем в войну? Ты что, рехнулась? Ложись! Рус!
каждый раз откликнусь. Вот так. Сколько солдат он нанял? Ну как, нравится? Да, вроде бы это все. Эй! Что? Попробуем здесь. Подсади меня. Давай. Отлично. Ну что? Залезай. Ладно, вроде путь свободен. Ну что, есть другой вход? Отсюда нет. Очень хитроумно. Есть, готово. О, черт. Проклятье. Малоприятно. Попали в генератор. Помоги. Нейт, давай! Не пойдет. Придется включить его, чтобы открыть. Подождешь? Да, жаль, почитать нечего. Похоже, выключатель на верхнем этаже. Подожди, я сейчас.
Отлично. Света, нет, девчонка в лифте. Я не удивлюсь, если за углом окажется зомби. Смотрите! Вот это мне и надо. Потерпи, будет больно. Yeah.
Ты что, там забыл про меня? Нашел. Почти на месте. Поехали. О, по-моему, ты слишком увлекаешься. Сюда. И опять надо лезть. Ну да, вариантов нет. Мы и на месте. Осталось найти тот самый храм. Легче сказать, чем сделать. Да, ты права. Может, мы... О, вот он. Вон, смотри. Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму. Повезло. Нейт, там-то Лазаревич и засел. Нам лучше бы убраться отсюда как можно скорей. Ну, выбора нет, так? Обнаружен в 8-м квадрате. А, черт. Может, это 9-й? Прочесать город, найти Дрейка и уничтожить. Ах ты, черт. Все, уходим. Слушай, Нейт, пора идти. Проклятие. Как нам теперь перебраться? Черт, осторожно. Твою мать! Давай руку! Уходи! Бегом! Ah! 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 Ah!
Лучше некуда. Это должно быть больно. Вот дерьмо! Все рушится! Вот дерьмо! Дело. Вот дерьмо. Ну как, нравится? Все рушится! Вот дерьмо! Эй! Прыгай! Ну, мы почти на месте. Сюда, быстро! Вряд ли у них сейчас высокий сезон, да? Смешно. Пошли. Класс. Конечно, повстанцы специально строили их, чтобы бегать по крыше. Вот это удача.
осторожно! Оу! А он не сдается! Ложись! Вот так, понятно? Ah!
Эй, трос, вот как мы спустимся. Давай, давай. Ладно, ладно. Черт! Все нормально? Вот это больно. Я найду, как спуститься. Ладно. Эй, не надо! Эй! Нейт, ты что здесь делаешь? Елена! Джек, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. Прости. Ну, и какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич, слыхал о нем? Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей. А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, стой! Все в порядке, Хлоя, это... журналисты. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть раньше Лазаревича, так что... О, черт, Нейт! Эй, стоп, стоп, не торопись с выводами, Елена. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер, прошлогодняя модель. Смешно. Да. Нет, нет, очень рад, что тебе весело. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышней. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. О. Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Разбила. Знаешь что, правда же? Может, это я ее бросил? О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме? Я серьезно, я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А Хлоя. Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт, танцуй с тем, с кем пришел на вечеринку. Я понял тебя. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Марш! Осторожно! О, и что теперь? Я на это не напрашивался.
Идем, идем.